с другой стороны, ну, как бы, зато так удобнее делать другие вещи. Итак, у меня что-то для тебя есть. Давай, потяни за рычажок. Тяну. Что это такое? Люди получают на 5% меньше урона. Допустим. Нет, давайте лучше вот... чаще нам выпадают всякие усиления на 10%. Так, что у нас есть? Игра у нас называется Super Kill Boy 9000. Не убрана, к сожалению. Но, между прочим, и версия игры не 0.0.3 или 0.0.1, как была в предыдущих игр. Вот, тут уже близко к релизу, можно заметить. Мы можем выбрать фон. Там пустоши, джунгли, луна. Влияет ли это на что-то? Да, кто знает. А вот эти сердечки у нас от чего зависят, от чего тратятся, непонятно. Но давайте, вот видимо, стоп, мы потратили. О, вытащил какую-то пушку. Пушка это хорошо, она синенькая. Синенькая, наверное, это лучше. Давайте возьмем. Что у нас здесь? Человек размахивает палкой. Пусть человек носит пушку. Так, ну у этого хоть какое-то подобие стиля есть, наверное. Или полная бескусица, сейчас, наверное, узнаем. Итак, погнали смотреть. Двигайся в ВСД и корми меня сердечками, говорит. Ой. Ой. Я, наверное, немножко пожалел, да? Назвал это имя прям стилем, это очень-очень странная штука. Нет, я все понимаю, я и в Айзека играл. К Айзеку, если привыкнуть, в принципе, там очень даже ничего. Так, тебе сердечками надо кормить. Так, My Killboy повысил уровень до первого уровня, выбери апгрейд. Луч дружбы. Добавляет таможащий луч между мной и Killboy'ем. Носит больше урона, когда я близко. Так. Так, можно гранату. Он дает Killboy'у гранату. Вот это гранатомет. Ему нравится, когда вы играете с ним, но, пожалуйста, не делайте этого. Либо пила цепная. Пилы. Определяет пилы как острые вещи с зубами или типа того. В общем, вам никогда не стоит их лизать. Давайте возьмем пилы. О, еще один уровень. Луч дружбы, черная дыра. Будет иногда запускать массивную черную дыру. Давайте еще одну пилу дадим. Во. Две. You are my favorite human. Так, можем дать пушку ему. Давайте дадим пушку. Почему нет? Все. Мы будем иногда отбегать, чтобы подбирать сердечки. Hearts are tasty. Так, пушка стреляет в два раза быстрее. Дает пушку еще одну. Канон. И два дрона. Пусть дроны несут смерть. И купоны, не знаю, и что-то. Ну пусть несут. Да, это очередной вампир лайк. Кто-то говорит, что неправильно называть их вампир лайками, потому что Vampire Survivors не был первым. Но тем не менее, он один из наиболее известных. Поэтому больше у всех на слуху, чем те игры, из которых были первоначальниками. Ой. I love you, human. О, синергия. Дроны с пилами. Ну, раз это синергия, давайте возьмем. Ну, такое-то настолько странное все. То есть, да, я понимаю, что есть определенный популярный стиль этих вот человечков из палочек. Была в свое время популярная анимация в 90-е на флеше. Ой, тут много сердечек. Давайте возьмем. You saved me. Так. Еще одного большого дрона можем дать. Огнемет или... Давайте большого дрона.
тыковка, получаю кучу сердечек. Так, тыковка по мощи. Так, она будет отпихивать врагов. Огнемет, либо черную дыру. Я боюсь, что черная дыра может засасывать в том числе и сердечки. Давайте, наверное, возьмем огнемет. Это Flamed Warfare. Он дышит огнем. Ну, давайте возьмем огнемет. Ой-ой-ой. Че это я получил урон? Не нравится. Так, осталось 6 сердечек. О, кстати, я отличился. Неплохо. Так, вроде нужное количество сердечек набрали. You're amazing with that stick. Так, горение. Огонь наносит горение, которое будет носить урон с течением времени. Но не такой уж большой выбор, но давайте усилим огнемет. Так, ну наверху у нас есть таймер, потом по сравнению с предыдущей игрой мы уже точно знаем, чего от нас хотят. Сейчас же мы прожили еще 7 минуточек. Захотим ли мы проживать эти 7 минуточек? Но это уже другой вопрос. You are my favorite human. Так, можем стрелять в два раза, пусть наш бот стреляет в два раза быстрее. Либо чтоб пилы были быстрее. Давайте пилы ускорим. Тогда можем, когда будет тяжко, держаться рядом с ним, наверное. Ой-ой, ой-ой. You save me. Так, луч дружбы, стрелять быстрее, либо давайте к нам отойдем. Пойдем тебя. Hearts are tasty. Так, может стрелять из пушек сразу несколькими пулями? Ну, допустим. Так, а для следующего апгрейда нам надо целых 24, да? Ой-ой. Так, уже становится все сложнее определить, что происходит на экране. Ай-яй-яй. Так, давай бежать к нашему боту. К нашему боту. Так, мы отдали сердечки. А, чем больше сердечек у нас, тем мы медленнее перемещаемся, кстати. Так, возможно, взять лучше дружбу было бы не такой плохой. Дроны могут бросать гранаты. Давайте попробуем. Ой. Чё это за... О! Прикольно. Так, давайте попробуем отнести эти сердечки. Так, стрелять быстрее в два раза. Это как ра-та-та-та-та-та-та, а не ра-та-та-та. Окей, ну давай попробуем лучше дружбу лучше. Еще одно сердечко пить. You are cool as B. Так, улучшенное топливо. Значит, огнемет. Горение огнемета дольше, либо гранаты больше. Либо чаще стреляет. Давай чаще стрелять. Я полагаю, это же касается всего оружия, да? Слушай, ну это, конечно, тот же вроде вампир-лайк. Ну тут какой-то уже бот есть.
который с тобой едет, какие-то сердечки, что-то обменивает, что-то сам прокачивается. Я-то как персонаж не сильно прокачиваюсь, а вот этот бот прокачивается. Тоже пытались что-то свое придумать. Насколько хорошо у них получилось. Но... You are cool, SB. О, кстати, пила дружбы. Пила между мной и Киллбоем. Это интересно. I will do my best. Супер есть, говорит. Будет запускать пули, которые пронзают цель. There can't be many more. Кому сразу сейчас кучу апдейтов возьмем? Это хорошо. О, пилы пусть будут больше. О, мир Гру тоже немножко напоминает, да? Пожалуй. Так, у нас стиречки рядышком закончились. А, ну мы много сдали, в принципе. Пойдем подберем себе немножко сердечков. I will do my best. Так, можем сделать луч более дамажащим. А можем дать ему три маленьких дрона. Давайте дадим три маленьких дрона. Больше маленьких дронов. Я думаю, нам лишними не будут. Сердечко. То есть, когда мы отдаем сердечко, насколько понимаю, мы лечимся, да? Ой, ей страшно. Страшно. I don't deserve that. Так, гранаты больше. О, луч летит человека, когда он стреляет. Ну, давай. О, катана. Нравится. Ну или не знаю, еще не придется. Так, и есть супер гипер дроны, чтобы они двигались намного быстрее. Ну, давайте возьмем. Посмотрим, насколько это нас спасет. И нам осталось выдержать всего лишь 2 минутки. Да? 2 минутки вроде это не так много. Главное совершить каких-нибудь глупых ошибок. Не отходить совсем уж далеко от нашего супер дрона, наверное. Часто. Ну, пил у нас довольно много. You're amazing with that stick. Так. Чтобы огонь был на большей площади. А, давай. Я не думаю, что мы на еще один апдейт сможем прокачаться. Но осталось продержаться одну минутку. О, катана! Катана, катана, катана! Давайте, давай, катана. Ой, нас почти убили. So nutritious. Так, давайте, наверное. Тебя? Рогатку, которая будет запускать снежочки. Итак, осталось 28 секунд.
и полный хаос на экране. Впрочем, что обычно и происходит в подобных играх данного жанра ближе к концу таймера. Там 9 секунд, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Та-дам! Поздравляем, мы выиграли. Спасибо, что играли. В общем, добавьте в виш-лист. Можно играть в бесконечный режим, дополнительный предмет и, значит, эпические апгрейды. А серьезно, то есть если я добавлю виш-лист, то мне тут и не откроются. Хардмод разблокирован. Давайте посмотрим, что у нас будет здесь в лутбоксах. О, еще одна пушка. О, эта штука у нас есть. Это мы ее видели. Давайте еще что-нибудь. Синенькая штучка. Она хотя улучшила. На 30% теперь у нас чаще выпадают различные усиления. Синяя палка. А у нас не так уж много всего может выпасть, я смотрю. О, фиолетовая. Фиолетовая мы будем получать на 5... На 1/5% меньше. Так, все белое мы выкидываем и, собственно, все. Я думаю, у нас есть представление уже об этой игре. Давайте двигаться дальше.